Ну что, смотри прямо перед собой, смотри вот этот рог, доставай первый билетик. Заблоба Юлия Андреевна. Скажите свои последние цифры мобильного номера телефона. 48, и это абсолютно верно. Доставай билетик. Не смотри на дно. Соловьева Надежда Геннадьевна. Угадали. Давай, берите. С самого дальнего уголка. Ронин Геннадий Николаевич. Так, 17 декабря. Вот вы у нас последние цифры мобильного. 82, это абсолютно верно. Так, опять у нас 20 декабря, и это Арефьева Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, присутствуйте. Простите. Это вы, Татьяна Владимировна? Последние цифры мобильного. Правильно, держите билетики после окончания розыгрыша вместе с билетом, паспортом подойдете к нашей комиссии. Давай. Молодец какая. Так. И это у нас 16 декабря. Косенко Ольга Викторовна. Доставай билетик. Вот 28 декабря билетик, и его обладательница Арефьева Татьяна Владимировна. Держите вместе с билетом, подойдете по окончании розыгрыша комиссии. Смотри прямо перед собой, доставай этот билетик. И Овенко Ольга Павловна. Правильно, держите. Фролкова Елена Константиновна. Это вы? Последний центр мобильного. Правильно, держите. Прядко Элина Александровна. То принципе на правильно с билетом по окончании розыгрыша подойдете к комиссии. Ну что, Паша, смотри прямо перед собой. Доставай этот заветный билетик. Сразу проверяем. Билет у нас на 24 декабря. Прекрасная программа «Играм классики». И обладатель мультиварки становится человек, у которого номер телефона начинается на 50. Первая буква фамилии. Это буква, ну ладно, ладно, не буду тянуть. Свирская Ирина Михайловна.
3, и это правильно. Держите свой билет. Паша, подходи, пожалуйста, получай свой подарок. От конец не достанется величный подарок. Дорогие друзья, мы вас от чистого сердца поздравляем с наступившим новым 2018 годом. Ждем вас на наших концертах. Помните, мы играем для вас. Приходите к нам на концерты и продолжайте принимать участие в акции «Подарки для друзей».